Денис уже по-хозяйски осматривает квартиру, а еще неделю назад на нее претендовало 60 человек. Но ему посчастливилось в день акции «Черная пятница» приобрести жилье в два раза дешевле обычного. Если в среднем один квадратный метр стоит 72 тысячи рублей, то за жилье в ЖК «Зеленоградский» в Солнечногорском районе заплатил всего 39 тысяч за квадрат. Квартира просторная, 15 квадратов кухня, замечательно, 27 квадратов у меня зал. Можем пройти погулять по ней. Здесь богатая инфраструктура, здесь леса кругом. У нас есть больница, у нас есть поликлиника детская. У нас есть и дом притчи, крестильный храм, где можно ребенка покрестить. У нас есть рестораны, бары. А сейчас все находится в стадии отделочных работ. У нас есть школа, у нас есть садик. Компания «Сибпромстрой» – крупный застройщик с 20-летней историей. До этого возводила жилье в Сибири, теперь взяла курс на московский регион. Предлагают жителям только готовые квартиры с отделкой. Дома в ЖК «Зеленоградский» энергоэффективные, жители смогут оценить это, получив первые счета за услуги ЖКХ. Министерство энергетики Российской Федерации признало компанию самой энергоэффективной в России по строительству многоквартирных жилых домов. Мы делаем ставку на качество возводимого жилья, мы делаем ставку на энергоэффективность, что позволяет нашим жильцам в конечном итоге экономить до 30% на услугах ЖКХ по сравнению с аналогичными проектами других домов. Мы экономим покупателям деньги на ремонтно-отделочные работы, так как плиты перекрытия не требуют стяжки и не требуют оштукатуривания. Ноу-хау от застройщика никак не скажется на себестоимости жилья. Купить квартиру в ЖК «Зеленоградске» за 39 тысяч рублей за квадратный метр можно до конца августа. Специалисты признаются, такой шанс упускать нельзя. В начале следующего года цены на недвижимость в области вырастут. В конце 2016 года, начало 2017, можно ожидать уже небольшой плавный рост цен, потому что объем предложения снижается, а спрос растет. Если рост и будет, то он будет на уровне там 0,5% процент в месяц. Повторить акцию «Черная пятница» смогут только через год. Но у тех, кто не успел приобрести заветные квадратные метры в эти дни, еще есть шанс купить жилье по низкой цене. В сентябре квартиры в ЖК «Зеленоградский» будут разыгрывать на аукционе. Елена Ширяева, Дмитрий Коновалов, Новости 360.